Глава китайского правительства Ли Цян посетил Австралию с первым за 7 лет государственным визитом. Первым пунктом в программе его поездки по континенту стала Аделаида – единственный город в Южном полушарии, где с 2009 года живут большие панды. Сейчас там находится пара обаятельных мишек – Ван-Ван и Фу-Ни. В ноябре они вернутся в КНР, но, по словам Ли Цяна, до конца года им на замену пришлют другую пару. В Канберре Ли Цян вместе с Энтони Альбанезе сопредседательствовал на 9-й ежегодной встрече премьеров Китая и Австралии, а завершился визит посещением завода по переработке лития в западном городе Перте. Там же глава Госсовета КНР принял участие в бизнес-форуме. Китай уже 15 лет остается крупнейшим торговым партнером Австралии. В прошлом году на него пришлась треть экспорта южного государства. В этом году страны отмечают десятилетие стратегического партнерства и планируют использовать такой повод для расширения двусторонних связей.